Всем привет, мои дорогие! Спасибо, что открыли мое видео. И сегодня по просьбе одного из моих подписчиков я попробую приготовить обед в Германии за 1 евро. И сначала мы с вами отправляемся в магазин за продуктами. Ну что ж, ребята, как вы могли видеть, за 1 евро особо ничего и не купишь в Германии. Но пока мы ходили по магазинам, ко мне пришла одна идея. Но так как лука в Лидле на развес нет, нам пришлось отправиться еще в один магазин. И вот какие продукты мы купили. Мука 1 килограмм стоит 35 центов. Лук 1 штучка стоит 15 центов. И квашеная капуста. Здесь 500 грамм стоит 39 центов. И все эти продукты нам обошлись 89 центов. Ну что ж, начнем готовить. Лук почистили и мелко нарезаем. Отправляем лук на сковородку и обжариваем до золотистого цвета. Лук обжарится, мы его выклали на тарелку, а на сковородку отправляем жариться квашеную капусту. Капуста уже немного обжарилась, лишняя влага испарилась, мы ее перчим и добавляем половину обжаренного лука. Перемешиваем и выкладываем на тарелку, чтобы остыло. А сейчас займемся тестом. Просеиваем 3 стакана муки. Добавляем 1 чайную ложку соли. 250 мл кипяченой воды, 2 столовых ложки растительного масла, и хорошо все перемешиваем в миске. Выкладываем на поверхность и вымешиваем тесто. Накрываем полотенцем и оставляем примерно на полчаса. Раскатываем тесто. Из стакана формируем одинаковые кружочки.
И как вы уже, наверное, догадались, готовим мы сегодня вареники с капустой. В кипящую подсоленную воду отправляем вареники. После повторного закипания варим еще 5-6 минут. Вот такой вот сытный обед у нас получился за 1 евро в Германии. При этом половина муки у нас еще осталась. Кому понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита!